Такой квас делали на Руси с давних времен, и был очень любим. Этот полезный напиток из простых продуктов прекрасно поддержит ваш организм и позволит очистить его от всего вредного и ненужного. Когда будет выпита половина кваса, можно долить воды и добавить сахара. Через пару дней квас снова будет готов. Приятного аппетита! Свекла – 1 кг. Сахар – 100 грамм. Вода – 3 литра. Соль – 1 щепотка. Количество порций – 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Почистите и порежьте свеклу на пластины. Сложите свеклу в большую банку и добавьте сахар. Влейте теплую кипяченую воду и перемешайте. Закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 7 дней. Процедите, разлейте по стаканам и пейте. Приятного аппетита!